Уважаемые рижане, совсем скоро пройдут внеочередные выборы в Рижскую Думу. И у вас будет возможность выбрать тот состав депутатов, которые будут ответственны за вашу жизнь в вашем городе. В этом случае у меня есть просьба ко всем рижанам голосовать обдуманно. Рижская Дума – это не место бизнесу. Рижская Дума – это место, где депутат служит народу. Его главная задача – сделать Ригу такой, чтобы вашим семьям и вашим детям было приятно жить в вашем городе. Во-вторых, не пытайтесь голосовать за ваших друзей и знакомых. Это не голосование в Facebook за какую-то самую красивую фотографию блинов на столе. Голосуйте сердцем, сделайте правильный выбор. Мне важен каждый ваш голос. Встречаемся все на выборах 29 августа.